Ужасно, просто ужасно. Что происходит? Пацаны воевали, сняли ЧВК, флаги российские порезали. Что это можно делать вообще? Для чего это все? До этого приезжал, были сорваны ЧВК. Все флаги срезаны. Это ужас. Просто, блядь, над покойниками. Люди воевали. Долг отдали какой-то. Кто-то сам пошел воевать. Кто-то... Кого-то просто... Не знаю. Ну, точно они... Даже несмотря на то, что погибли, ребята, не заслуживают того, чтобы и после смерти с ними вот так вот делали. Просто сорванные флаги. Это Владивосток, морское кладбище. Это ужас. Флаги все срезаны. Кто-то сорвал ЧВК флаги, кто-то пришел за российской. За этот флаг порезали. Остались одни флаги морской пехоты, ну, а все остальные российские порезали. Уже мертвым не дают покоя. Уже умерли, погибли пацаны. Это ужас. Все флаги срезаны, все. Смотрите, это что такое вообще? Ни одного флага ЧВК в армии нет. Есть только венки. А вот это все срезано. Это просто ужасно. Это я даже не знаю. Что за люди?